Что случилось во время съемок клипа «Не принцесса»? Рано-рано утром мы выехали на съемки клипа «Не принцесса» в настоящий дворец. Сначала все были очень-очень рады видеть друг друга, а потом начались сборы перед съемками. Все примеряли свои образы и всем делали прически и макияжи. Образы получились очень красивыми. Все, кто уже успел посмотреть клип «Не принцесса», конечно же, обратили на это внимание. А затем начался сам съемочный процесс. Сначала все проходило очень классно. Всем особенно понравились съемки в бассейне. Также во время съемок использовалась подводная камера, а потом с помощью графического дизайна добавили рыбку. Напишите, кто заметил эту рыбку в клипе. А после сцены с эстетическим вечером начались переодевания и смена образов. И по пути в гримерку произошла очень неприятная ситуация. Я уже выпустила видео на YouTube о том, как снимался клип «Не принцесса», и там подробно обо всем мы рассказали. Кто уже успел посмотреть?